Погас Левон Зекиян, исследователь армянской истории, филологии и культуры, профессор университета Ка' Фоскари, Венеция, Италия. Итак, Библия в Армении и армянской литературе. Как же звучит по-армянски слово «Библия»? По-армянски, как и во всех остальных языках, мы говорим «Священное Писание». Святой апостол Павел сказал, что Писание богодухновенно, как вы знаете. Поэтому мы в армянском языке чаще, чем Священное Писание, говорим буквально «дыхание Бога». Слово «дыхание» происходит от прилагательного. Это существительное, ставшее прилагательным. «Дыхание Бога» или «боговдохновение». Итак, Библия для армянского народа представляется как что-то лично переданное народу. Как Бог вдохнул дух в человека, так и слова Библии были вдохнуты в армянский народ. Библия на армянский язык начала переводиться в 405 году, и двумя параллельными процессами перевод происходил до 430 года. Перевод был сделан, исходя из текста Септуагинты. Многие ученые утверждают, что первые части этого перевода были сделаны в Сирии. Эта гипотеза не полностью до сих пор исключена. Возможно, изначально в качестве посредника был выбран именно сирийский текст. Uno dei nostri studenti, Paolo Lucca, alcuni anni fa ha fatto una tesi dottorato eccellente dove dimostrava che il testo soggiacente alla prima traduzione non era esattamente. Но есть современная объединяющая точка зрения, согласно которой на самом деле в основе первого перевода лежал не сирийский текст, а греческий текст, который ходил в сирийских кругах. С переводами Библии существует большое количество проблем. Они есть и с переводами светских текстов, но особенно эти проблемы появляются в переводах священных текстов. Я не знаю русского языка, не знаю, какие проблемы с переводом на русский, но в западной традиции это очень серьезные трудности и их большое количество. Возьмем современный пример молитву «Отче наш». «Отче наш, иже еси на небесе, да светится имя Твое». Есть сейчас новый перевод, который фразу «да светится имя Твое» переводит как «пусть ты будешь признан единственным Богом, да будут тебя славить как единого Бога». Я, по правде сказать, придерживаюсь того мнения, что нужно придерживаться изначальных формулировок, таких как «да светится имя Твое», например, которые пусть и обладают не до конца понятным смыслом, но зато являются сакральными. Древние переводы, не только армянские, являются в данном случае некоторой моделью,
примером для дальнейших переводов. Старые древние переводы важнее, в первую очередь тем, что они помимо близости к изначальному источнику несут в себе красоту, эту очень важную красоту сакрального текста, потому что очень часто современные переводы Библии не обращают должного внимания на этот аспект. Сейчас несколько слов о толковании Библии в армянской церкви. Generalmente l'esegesi antica è stata distinta in Как вы знаете, в древности существовало два подхода к толкованию Библии, две школы: антиохийская и александрийская. Ora, la chiesa armena, quanto alle sue origini, è una chiesa profondamente legata. В настоящий момент армянская церковь очень тесно связана с этими двумя не только школами, но и церквями. Первая христианизация Армении происходит из Палестины и Сирии. Армянское монашество имеет древние корни, уходящие к сирийскому монашеству. Rispecchia il lezionario agiopolitico, cioè il lezionario della città santa di Gerusalemme. Современный армянский лекционарий — сборник фрагментов текстов священного писания, применяемых во время богослужений, восходит к иерусалимскому лекционарию, пришедшему в Армению соответственно через Сирию, и датируется он ранее 417 года. Таким образом, армянская традиция непосредственно связана с древнейшей иерусалимской традицией. Соответственно, отношения с Антиохийской церковью очень древние. И это очень важно, потому что христианизация армянского королевства происходит не за Антиохии, но из Каппадокии. Но мы знаем, что Каппадокия, в свою очередь, непосредственно связана с Антиохийской церковью. В Армении самый любимый армянский святой — это Иоанн Златоуст, который был родом из Антиохии. Иоанна Златоуста потому можно назвать армянским святым, что предание говорит о том, что его мать была армянкой. Соответственно, это, возможно, влияет на такую особенную любовь к нему армян. Все это доказывает связь армянской церкви с Антиохией. Per la Chiesa armena era una situazione molto difficile perché aveva una tradizione antiochena. Era vicinissima alla Chiesa di Antiochia. Teodoro Mopsuesteno era probabilmente compagno di classe di Mesrop Mashtots, l'inventore dell'alfabeto armeno. Сложность ситуации состояла и состоит в том, что ориентация Вселенской Церкви остается Александрийской, а не Антиохийской, и таким образом Армянская Церковь находится в некотором затруднении. От антиохийского подхода к толкованию Библии, который предполагает буквальное толкование, армянский способ толкования перенял в первую очередь типологию. В этом типологическом толковании преобладает типология противопоставления. Типология противопоставления в том смысле, что Адам — причина греха, Христос искупляет грех. Противопоставление Нового и Ветхого Заветов и событий. Le mani distese,
Как, например, есть такой армянский гимн, который является частью богослужения Страстной Пятницы, который говорит, в котором содержатся такие слова: «Распростерты руки в стороны вместо тех, которые схватили плод, и пробиты гвоздем ноги вместо тех, которые бежали, чтобы этот запретный плод сорвать». Теперь перейдем к алфавитизации армян. Qua abbiamo già un punto molto comune anche con le varie tradizioni che voi. У нас всех здесь есть нечто общее. Для всех наших традиций, которые мы с вами здесь представляем, алфавитизация стала результатом христианизации. Ora uno dirà, questo può sembrare un po' strano alla mentalità occidentale. Это может показаться какое отношение, скажут они, есть между христианизацией и алфавитизацией? Но связь прямая. Для Месропа Миштоца, человека, который создал армянский алфавит, этот алфавит был важен в качестве посредника для катехизации. Сам алфавит был средством катехизации. Месроп Миштоц, как известно, был не только лингвистом, но и просветителем, миссионером. Он прославлен армянской апостольской церковью. Тут прямые аналогии с братьями Кириллом и Мефодием. Месроп Миштоц идет дальше алфавита. Он создает, стремится создать письменную культуру толкования святых отцов сирийских и греческих. Della prima metà del V secolo, Crisostomo, Nazianzeno, Basilio, l'Exameron, alcune opere del Nisseno, Efrem il Siro quasi tutto, il Diatessaron e così via. L'intera e non solo. На армянский язык было переведено очень много святых отцов. Например, сейчас те тексты, которые в Сирии потеряны, сохранились во многом в армянских переводах. Sono stati conservati nelle rispettive traduzioni armene. Questo è molto importante, cioè Mesrop non è solo l'inventore o il creatore di un alfabeto, то есть Месроп не только создатель алфавита, но и создатель письменной армянской культуры. Questo mi sta molto a cuore, perché in Oriente noi siamo abituati, gli armeni certamente, ma anche perso. Следующий вопрос о связи перевода Библии на национальный язык и зарождением поместной церкви. Я думаю, для каждой церкви, не только для армянской, но и для русской, грузинской, болгарской и так далее, важно понятие национальной церкви. Конечно, мы все находимся вместе. Наши церкви имеют литургическое общение. Ma a me preme di verificare se nel senso evangelico noi possiamo parlare di chiesa etnica o di una di un etnos e che cosa allora possa significare. Но все же мы воспринимаем наши церкви как национальные церкви. Ora le chiese d'Oriente in genere hanno mantenuto una forte consapevolezza della chiesa locale. Для христианского Востока очень важен концепт, который немцы назвали дословно «локальной церковью», тогда как на Западе это меньше подчеркивается и имеет меньшую важность. Quindi ogni cosa che era particolare era visto un po' così, anche la lingua, no? In Occidente è prevalsa, anche per motivi storici, ovviamente, la lingua. Для западной церкви больше важна идея католичества, всемирной единой церкви. Возможно, в том числе и потому, что месса и все обряды исполнялись на латинском языке. На Востоке не так. Ora, tornando alla tipologia biblica. Non leggo il passo, ma Corium, quando descrive Mesrop,
che ormai l'alfabeto pronto viene in Armenia. Биографы, жизнеописатели Месропа сравнивают его с Моисеем, сошедшим с горы Синай с текстом в руках. Anzi, fa questa sottile distinzione tra parla, per esempio, io parlo l'italiano, ma la mia lingua madre è l'armeno. Posso parlare tanto, ma c'è, quindi noi diciamo è armenofono, è grecofono, è italofono, cioè questo fono significa la lingua madre è russofono, cioè ha quella lingua come lingua madre, poi può parlare anche 10 lingue. Quindi Месроп сделал так, что Христос стал человеком, для которого армянский – это родной язык. Поэтому его можно сравнивать с Моисеем. Бог говорил с людьми через Моисея, а через Месропа Бог стал говорить на армянском языке с армянами. Scrivere qualcosa in inglese che è una lingua più accessibile. Comunque, le ultime parole di Gesù. Помните, одни из последних слов Христа звучат как «Идите и проповедуйте Евангелие всем народам». Он не говорит всем людям, он говорит народам, всем этносам, и на этом основывается идея национальной церкви. E questo penso che appunto redime, salva, anzi, alza il concetto di nazione che non è più quello che poi darà adito al nazionalismo moderno. Perché la nazione и на этом основывается идея этносов, идея наций, противоположная идее национализма и нацизма. Потому что Христос – это свет всех наций, всех народов. И таким образом, все народы едины, но каждый из этносов предстает в своей собственной идентичности. Таким образом, здесь важна идея экуменическая, идея единства народов. Идея этноса сосредотачивается в идее поместной церкви, а поместная церковь связана с национальным языком. Я думаю, что это очень важно для всех наших стран, и это находит подтверждение в истории наших стран, наших церквей.